Посмотрим. Ну что, дорогие селяне, сочувствующие им, могу сказать, что свечка с, вот, с крестом картонным плюс отработанное масло, она требует, наверное, для моей печки более улучшенный приток воздуха, то есть надо подсверлить пару дырок еще в конструкции и, может быть, пропитать сам картон, может, парафином, скорее всего, как-то надо с фитилем подумать, чтобы был постоянный очаг огня и для того, чтобы она более жарко была и так далее. В общем, масло отработанное, это ставлю как бы плюс, работает, но...